Ребят, сегодня я хочу провести анти-грифер-шоу на сервере FullMine. Вот IP и порт. У кого есть такая же версия 1.1.0.55, либо 1.1.3, заходите на сервер, а мы погнали. Мистер Нубик идет домой, а я со скином Земля его буду троллить, и у него дома. Он меня не заметит, потому что я сливаюсь со Землей. Так, что? Мистер Нубик, он зашел. Надо Майнклав поиграть. Только подгузики выкину. Так, тихо, не понял. В смысле? Зачем он сюда скинул подгузники? Что? Ставь лайк, если ты учишься от 1 до 9 класса. А также напиши в комментарии, в каком классе ты учишься. Погнали. Всем привет, ребята. С вами я, Земля. Земля скин. И сегодня я бы хотел потроллить мистера Нубика на сервере FullMine. Ребята, заходите на этот сервер. Я тут буду играть, а также мистер Нубик. IP и порт я оставлю в описании. Как это охота? Ой, как? Видите, у него дом, ребят, из земли. Так, хорошо. Так что, ребят, погнали. Подгузики как? Нехорошо. Надо в толчок пойти. Я пошел. Я буду сливаться с этим скином. То есть, я зайду сейчас в его дом и потом буду его троллить. Так, пока что там делает он? Ой, потекло. Так. Так. Он что, в туалете? Вой, как хорошо. Ай. Я знаю, ребята, он где-то там, в туалете, наверное. Ой, я нечаянно дом его сломал. Блин, надо заделать домик его. Надо заделать домик. Все, отлично. Так. Надо встать сюда. Тепленькая. Ай, хорошо. Наверное, вкусненькая. Так, ребята, интересно, а где же он там? Так, давайте мы проберемся. Мне кажется, ребята, он не заметит меня, потому что я на шифте. Надо, наверное, попробовать. Ой. Что? Попробовать? Ты чё, мистер Нубик, ты чё там пробуешь, что ли? Я пролил в подгузника каску. Так, не понял. Давайте мы к нему подойдем, посмотрим, где он, интересно. Так, интересно. Ой, вот он! Я пошел подгузники куплю. Так, ребят, он меня не увидел. Отлично. Ребят, отлично. Мистер Нубик меня не видит. Это хорошо. Я не знаю, он всегда так разговаривает самим собой. Я не понимаю, ребят. Если вы его видели когда-нибудь на сервере, ребят, напишите комментарии. Разговаривает ли он с самим собой? Блин, странно. Ну ладно, окей. Это наоборот хорошо. Так, ладно. Пока что он покупает подгузники. Ребята, я тут стану вот сюда. Вот так вот. И смотрите, ребята. Я со скином Земля сейчас буду его троллить. То есть мистер Нубик меня сейчас может не заметит и зайдет домой, и это будет очень прикольно. Ой, хорошие подгузики. Ай, надо купить. Ай. Так, ребята, я же говорю, он на спауне что-то покупает, не знаю что. Ну все, я домой. Мистер Нубик идет домой, а я со скином Земля его буду троллить, и у него дома. Он меня не заметит, потому что я сливаюсь со землей. Так. Что? Мистер Нубик, он зашел. Надо Майнклав поиграть. Только подгузики выкину. Так, тихо, не понял. В смысле? Зачем он сюда скинул подгузники? Что? Зачем ты сюда скинул? Ой, блин, уходим отсюда. Он, ребят, не заметил меня. И он скинул подгузники, не знаю куда, блин. Он на меня их скинул, что? Ой, тут грифли. Грифли тупые. Так, он играет в Майнкрафт, типа, да? Блин, интересно, он всегда так ведет себя, или не знаю. Очень странно. Что-то надоело. Так, ребята, короче, я буду его троллить. Давайте я поставлю блок, вот так вот. Ой, мистер Новик, а что? Это что это такое? Не понял? Так, ну не знаю, что это. Это простой блок. Так, ребята, я поставил скелета, голова скелета. Он боится всегда скелетов, поэтому, ребят, сейчас посмотрим. Ой, ну за факелы взять! А, ребята, он возле меня, что? Как ты возьмешь факелы? Эй, мистер Нубик, ой, я забрал факелы, ребята, я забрал факел. Что происходит? Он меня не замечает, офигеть! О боже, ой, скелет, блин! Так, ладно, ребята, отлично, я его троллю как могу, ребята. Ой, я скелет! Так, мистер Нубик. Ты меня не видишь? Это круто. На самом деле, смотрите, да? Я сливаюсь со скином. Если я сейчас сниму shift, он меня заметит, ребят. Он может меня заметить. Блин, как же страшно. Себе оставлю. Ты что на меня смотришь? Зачем ты на меня смотришь? Мистер Нубик, не смотри. Я не должен шевелиться. Так, все, хорошо. Уходим с этого места. Так, интересно. Тихо.
Тихо, ребята, тихо! Стоим на месте, он не должен меня заметить, ребята! Он не должен меня заметить! Так, что сделать, интересно? Откуда тут блоки? Какие блоки? Эй, это не блоки! Тихо, тихо! Что-то не ломается! Не ломаются блоки! Ребята, он не понимает, что это я! Ой, какой глупый Нумик, ребята! Ему 6 лет, и он очень глупый! Бак, наверное! Ай, надо лопатой! Так, тихо, лопатой, убегаем! Убегаем, тихо! Убегаем, ребята! Так, уходим в туалет! Туалет! Исчезли! В смысле? Да, исчезли, ага! Я не знаю, что делать! Ой, блин! Ой, тихо! Вот они! Что, мистер Нумик? Они ходят! Что, мистер Нумик, ты боишься, что ли? Ой! Ой, мистер Нуб, а зачем ты меня закрываешь? Мистер Нумик, зачем ты меня закрываешь? Эй, он меня закрыл тут! Мистер Нумик закрыл меня в туалете! Так, у меня есть факела, хорошо. Так, давайте поставим факела. Плохие блоки! Ну да, ребята, он не понимает то, что это просто скин. Такой глупый Нубик. Убегают! Ты понял то, что это не блоки, да? Ты меня заметил? Как ты меня заметил? Попали куда-то! Да, пропали. Yes, ребята, он снова не замечает. Почему так интересно? Что это? Так, я поставил блок ему, камень нижнего мира, и посмотрим, что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто тут? Зря, пла-пла-пла, бабушка говорила, не играй Майнкрафт! Ай, блин, ой, фуф, надо поспать! Так, мистер Нумик идет спать, как раз, ребята, сейчас ночь, да? Да, ночь. Так, выходим из дома. Не спится! Не спится? Да, мистер Нумик, ты серьезно? Ой-о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 й
Мистер Нолик, ты что там сверху делаешь? Ребята, я одел голову скелета, и теперь я сейчас посмотрю на него. Так, ну что, мистер Нубик, классно, да? Ребят, вы заходите на Full Mine, вы также можете затроллить мистера Нубика со скином земли. Ребят, если вам, конечно же, понравится, тоже так тролльте его. Будет очень интересно, вы можете узнать его реакцию. Хватит ломать дом! Вот тут! Читайте! Он нас убьет! Уйди, тупая курица, а долг придет, убьет тебя, слань ты! Он тебя не боится! Что? Адор? Да, это же я, Адор! Так, знаете что, у меня есть идея переодеться на обычный скин и прийти к нему. Мистер Номик, привет, это я, Адор! Привет, Люк! Да-да-да-да, привет-привет! На меня напали! На тебя напали? В смысле, как? Я сказал, придет мой хлабный друг и убьет вас, земля! Земля на меня напала, очень плохая земля! А, земля напала, блин, ничего себе. Мистер Нубик не знает. Ребята, вам, короче, нужно зайти на сервер, написать мистеру Нубику то, что это был Адор. Ну, точнее, это был я. Тут ходила вот так вот, смотри, друг. А, вот так ходила, да, ничего себе. Какашки мои, наверное, ела. Ай! Ребята, кто соскучился по мистеру Нубику, напишите в комментарии, я соскучилась, либо я соскучился. А также, ребята, поставьте лайк, если вам нравится мистер Нубик. Так, хорошо, давайте мы поставим кровать и будем спать. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. И также, ребята, наберем очень много лайков, я снова сниму с мистером Нубиком. Заходите на Full Mine, очень классный сервер, IP и порт я оставлю в описании. Также мы будем тут играть с мистером Нубиком. Все, всем удачи, всем пока! Ребята, поставьте лайк Адору, чтобы ему было очень-очень приятно. Ну все, пока!